А это кто? Это же Мунгай! Привет, ребята! Мунгай, ты чё, копаешь клад? Ага! Должен клад найти, я должен найти клад! Привет, друзья, с вами Кикс, Мультипульти, всем вкусняшек мороженок, и сегодня новые приключения аниматроников. Кстати, друзья, если ты любишь FNAF, если ты любишь аниматроников и GTA 5, за 3 секундочки поставь лайк, подъезжи моих аниматроников. Итак, друзья, сегодня Фредди, потом Твистед Бонни, Твистед Фредди, так, деревянная Чика и Бонни. Да, ребята! Мы едем, друзья, мы едем на кладбище. Бонни, а зачем мы едем на кладбище? А мы едем искать клад. Да, друзья, Бонни сказал, что сегодня, 13 февраля, нужно поехать на кладбище. Сейчас 3 часа ночи, и он сказал, что все клады, которые зарыты на кладбище, они вылазят на поверхность. Это правда! Это правда, ребята, да! Ладно, Бонни, это, конечно, очень интересно. Я хотел бы найти клад. Итак, друзья, мы отправляемся, посмотрим. Посмотрим, что приготовил нам Бонни. Интересно найти, конечно, клад. Да было бы здорово найти клад. Не переживайте, ребята! Именно 13 декабря мне пришло осознание, да, что именно сегодня... Да не толкайся, Фредди! Извини, Бонни. 13 декабря именно на нашем кладбище все клады вылазят на поверхность. Представляете, ребята, там столько золота и бриллиантов, что нам и не снилось. Вот это да! Ля, как здорово! Только страшно! А почему на кладбище? Да, Бонни, а почему они на кладбище именно вылазят, а? Так, ребята, вроде мы приехали, вроде кладбище. А потому что все сокровища мира спрятаны на кладбищах, вы же не знали? А я не знал. Капец, Бонни, я тоже не знал, что неужели золото и бриллианты все прячут на кладбище? Конечно, Фредди, ты чё? Ну ты даёшь. Ну, и какая диспозиция, чё-то делать теперь будем? Ребята, сразу вас предупреждаю. Не я один это знаю. Вся нечисть вылазит сейчас в это время, и все ищут клады. Вот это да. Вот это прикольно, ты сказал, когда мы уже приехали. Не бойтесь, не бойтесь. Мы будем клад искать, мы первый найдем. Ну ладно, ребята, пойдемте тогда, пойдемте найдем клад. Погнали, Фредди, пойдем, не переживай, найдем много золота. Ладно, хорошо, я не переживаю. Просто интересно, конечно, блин. Так, а где тут искать? Бонни, где хоть искать тут этот клад? Фредди, надо найти могилу, могилу разрытую, начатую, и там будет золото. Офигеть, где тут искать кучу могил? Где искать разрытую? Давай сначала начнем. Да, давайте начнем сначала. Ладно. Ля, ребят, я нашел могилу разрытую. Офигеть, повезло! Ля. А капец, это кто? Это же аниматроник. Это же Бонни Бриллиант. Вот это да, он походу докопался. Капец, его вырубили. Он, видно, клад искал, а его вырубили. Капец, Бонни. Что такое? Где клад-то искать? Надо по всему кладбищу ходить быстрее, а то за нас найдут наш кладик. Ладно, капец. Ля, ребят, там кто-то есть. А ну за мной. Ля, там кто-то копает. Офигеть. Чё вылупились? Я тут клад ищу. Тут мой клад. Ребята, мороженщик клад ищет. А ну свалите, это мой клад. Офигеть, блин, я говорил, всякие монстры повылазили. Ищите в другом месте, тут я ищу. Блин, офигеть, ля. Бриллиант лаловый и лопата. Ля, он даже не начал копать, его грохнули. Офигеть, блин, надо было раньше приезжать, надо было в 12 часов приезжать.
Капец. Блин, ля, смотрите, ребята. Ля, монстряки. Это же детектив Тревора Хендерсона. Ля, он тоже копает. Блин, не успели. Да ладно, Бонни, найдем. Мы раньше их выкопаем клад. Точно. Ладно, Бонни. Блин, капец. Копает, ладно, пусть копает. Ля, а это кто? Ребята, гляньте. Ля, и здесь детектив. Ля, все копают, офигеть. А это кто? Это же Мунгай! Привет, ребята. Мунгай, ты чё, копаешь клад? Ага. Должен клад найти, я должен найти клад. Офигеть, блин. Бонни, надо было раньше говорить. Ага, Бонни, сейчас все выкопают свой клад. Не переживай, Фредди, не выкопают. А что такое? Как? Смотри, все копают. Ничего, сейчас я тебе кое-что скажу. Блин, капец, ля. Смотри, Бонни, лопата. Чика кошмарная. Тоже пыталась копать, но видно, у нее украли ее клад. Я, мне кажется, ее просто грохнули. Не мешайте копать. Не мешайте копать. Офигеть. Ля, Килли-Вилли, даже этот приперся. Ля, все копают, все ищут кладики. Не мешайте мне копать. Бонни, где искать клад? Смотри, какое кладбище здоровое. Где его искать? Как мы найдем кучу могил? А то, Фредди, я секрет знаю. Какой секрет? А какой секрет, Бонни? Бонни, какой секрет? Ребята, короче, одна из могил, где находится клад, должна светиться. Я уже не сказал. Конечно, не сказал. Блин, мы бегаем тут по кладбищу уже полчаса, а ты ничего не сказал. Извините, ребята, извините, забыл. Ищите могилу, которая светится. Капец, ладно. Хорошо. Ладно, хорошо. Так, ребята, надо искать могилу, которая светится. Блин, где ж тут могила? Бонни, ля, ребята, за мной. Смотрите, что-то вижу. Ля, повезло. Что там, Фредди? Что там, Фредди? Смотрите, нашел. Нашел. Могила, ребят, все сюда. Офигеть. Вот это да, это клад. Это наш склад. Так, давайте быстрее. Давайте быстрее лопаты, доставайте быстрее. Давайте, давайте копать. Смотрите, ля, свет погас. А почему погас свет? Как погас? Ля, что произошло? А куда делся клад, Бонни? Чё пропало сияние? Блин, забыл вам сказать. Если вовремя не выкопать, клад исчезает и появляется в другом месте. Капец, и где теперь его искать? Надо заново, ищите свечение. Надо найти свечение. Ладно, хорошо. Хорошо. Ладно, ребята, давайте разойдемся по кладбищу. И каждый, кто найдет, будет звать. Хорошо, Фредди, давайте расходимся. Так, сейчас. Капец, все копают. Не мог раньше сказать, мы бы разошлись. Ладно, сейчас что-то найдем. Нашел, Фредди, нашел. Да нет, не нашел. Тут этот Килли-Вилли копач. Ладно. Ля, что-то светится. Нашел, Фредди. Я не нашел. Я тоже не нашла. Фредди, ну что там? Ребята, иди сюда. Ребята. Что, Фредди? Ребята, смотрите. Офигеть. Это же кладик. Это наш клад. Смотрите, кто его ищет. Офигеть, блин. Это же SCP-шники. Офигеть, это же SCP-096. Капец, они копают наш клад. Давайте заберем наш клад. Давайте заберем. Давайте заберем, ребята. Офигели. Мы первые его нашли. Он переместился. Ладно. Сейчас мы заберем наш клад, гадкие SCP-шники. Получи.
Опачка! Прям по челюсти мне дал! Гасите их! А ну не копай! Хватит копать! Сейчас ты докопаешься! А ну заткни... О! Заткнись, тебе сказали! Устрашила! Получи! Вот тебе получи! О! Ого! Фред, ты живой? Да живой я! Противные скромники! А ну иди сюда! Иди сюда, поговорим! Получи! О! Вот тебе! Получи! Вот тебе! Получи! О! Ого! Сильный какой! Получи, скромняга! Вот тебе! Получи! Давайте гасите, ребята, а то они заберут наш клад! Вот тебе! А получил? Ворюги! Хотели украсть наш склад! Так, ребята, молодцы, молодцы, молодцы! Получи, ворюга! Так, ребята, ну чё? Давайте копать! Давайте копать быстрее! Кто копать будет? А, давайте я буду копать! Ладно, хорошо, а потом я. Так, начинаем. Офигеть, клад, ребят, клад. Офигеть. Вот это да, сколько золота, ребята. Я говорил, круто. Бонни, ну ты красавчик. Вот это да, сколько мы золота откопали. Так, ребята, надо еще поискать. Да хватит нам, тут золото, блин, 40 килограмм. Ага, мне хватит. И мне. Ладно, ребят, вы шуруйте, а я тогда еще покопаю. Ребят, если вам понравилось, как аниматроники искали клад на кладбище, подпишитесь на мой канал, поставь лайк и напиши крутой комментарий. А с вами был я, Кикс, мы будем всем счастливы, всем покидва.